Как я у себя нашел вот такой вот в танк в колесе. Вот. Мудрейший аспид сейчас его выковыряет. Ебать. Покажешь на камеру. Вот. Я себе. Так. Подержи, пожалуйста, дверку рукой. Да. Оп. И хоть, ладно. Надо сейчас куда это засунуть. Вот это надо. Это снимай. Так. Бля. Стой. Видно хоть? Ну да. Первый раз эту хуйню делаю собственными руками. Короче, доктор-то поедет за новую покрытку. Да? Слушай, ну эта резина, она должна отъездить это самое. Она должна отъездить этот сезон. И потом отправиться... Вот! Так, обезжириваем. Вот да еб. Так. Потом надо взять вот эти хуевинки. Ебать. А как вот их взять? Не знаешь? Давайте покажем, что это полное говно. Не, почему? Нет, но она на жаре превратилась в полное говно. Ну это сырая резина, бля, во что она тебе должна превратиться на жаре? Значит, ее надо просто пожестче вытаскивать, и все. Так, теперь ее туда, самое смешное, надо затолкать. Смазки нету, поэтому мы ее вот этим делом смажем. И затолкаем, блядь. Сука. Видал, как палец прищемил? Как-то так. Фух. О, производственная травма. Слушай, она это... Че? Надо накачивать, чтобы воздухом оттуда поперло. Ты думаешь? Да, вот я колесо отпустил у нас. Не, вообще... В смысле? Ну, этот продавить туда, пусть валяется. Чтобы языком не залезешь край еще. Все в говне. Ликвимолю полей. Ну вот это можно делать, смыть ликвимолем. А вот это только... Смотри, как защемил хорошо, а? Ну что-то, она у тебя не сыт, резина торчит, что ты доебался. Так она, там вот такой хвост, его же надо как-то назад вытащить. Ну ты, наверное, очень резко дернул, блядь, поэтому она тебе так... Так, ладно. Может, мы вот туда продавим? Мне кажется, не надо. Он чуть-чуть-то туда в дырку залез, все равно. Он туда залез, угу. Его надо тащить назад, угу. Чтобы он сюда, в резину, четко вошел. А так-то у нас получится что? Ну оставь, пока будет травить нахуй. А, да? Может ебануть, блядь, на дороге. Может тут какой-то жгут неправильный, да? Сука. Все-таки я переведу еще один жгут, не пожалею. Самому интересно. Вытащится он назад или не вытащится. Это не так резко тащи просто. Блин. Не надо, не брызгай. Там, не, почему? Не... Там он тебя вон говна туда накидал, блядь. Да? Так. Толкаем жгут туда. Блядь. Вот он вылез, что-то. Это не он. Да похуй. Вон он. Почему?
Ну-ка, стой, 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 ей, его наоборот. Не надо, не надо. Его что? Сюда надо. Говорю, его сюда надо, чтобы он хорошо отверстие. Ну он там промазал все, ёпта. Ну все, вот. Шиномонтажник, пиздец из нас с тобой. Ебаться в рот какие. Все? Да. Снял? Угу. Так, ну вот, теперь, покажи колесо. Колесо сдули вот до такого, вот. Теперь бумага. А когда эта хуйня высыхает, ее потом отрезаешь и все, или она сама расхилипает? Вот. Ну все, перевели два жгута.